Тим, ты что, обиделся? Да, что у Маши есть подарки, а у меня нет. Про меня что, все забыли? Сегодня же в школу! Ну что, на линейку становись? Ну что, пацаны, погнали! Let's go! Let's go! Маша, ты что, еще не собралась? Готова! Машенька, какая ты у меня красавица, мамина первоклашечка. Но, Маша, надо быстренько переодеться, потому что ты сегодня даешь первый звонок, и ты должна быть в украинском костюме. Как красивая, Машенька, красивая. А я что, некрасивый, что ли? Маш, ну что, готова к новым начинаниям? Да. Едем скорее в школу. Да. Наша шкільна родина поповнилася новими друзями, маленькими першопрохідцями, які відкриють для себе новий світ знань. Як від. Із нетерпінням чекають зустрічі з чарівною країною знань учні 1-го Б-класу поряд з першим вчителем Лозовською Світланою Миколаївною. Її педагогічний стаж 36 років. Вір у себе, прямуй до вершини знань, а я завжди підтримую. Ми всі діти України ідемо в нову школу. Рада приймемо чи з мене, все буде чудово. Право надати перший дзвоник надається учню 11 класу Агейкіну Андрію та учениці 1 класу Шинкаренко Марії. Дима, с 1 сентября! Друзья, я подготовила Маше небольшой сюрприз. Сейчас она с Тимой придет со школы, и я хочу заснять ее реакцию. Ведь вот эта куколка Сахарок – это маленькая копия нашей Маши. Тима и Маша пришли уже. Маша! Днем с 1 сентября! Тортик, тебе нравится это тортик? Что, я? Да, это ты, посмотри. Вау, класс. Так это же я, в виде сахарка. У нас одинаковые блузочки. Да, посмотри, Маша. Сахарок идет в школу. Везет, Маша, а про меня вообще забыли. Тим, ты что, обиделся? Да, просто у Маши есть подарки, а у меня нет. Про меня что, все забыли? Да нет, Тим, никто не забыл. И для тебя есть подарки. И один подарок благодаря твоим подписчикам. Пошли, скорей. Ну что, приготовился? Да. Держи первый подарок. Феникс! Да, а теперь... Второй подарок. Excalibur X4. Да. Благодаря твоим друзьям-подписчикам, потому что мы набрали почти 3000 с копейками там лайков, да? Просили всего лишь 1000. Да. Теперь будем распаковывать, но уже в следующем видео. Да. Пиши в комментариях.